привет! Вот у меня уже как отросли волосы. Сейчас, вот волосы длинные стали. Мы едем с Анечкой и с Пашей. Вон он там. На новой тачке. На Пашиной. Да? Да. Классно. Едем быстро, поэтому камеру трясет. 80 мы едем. Мы едем на Поклонную гору поздравлять ветеранов с праздником. Да. Будем дарить им цветы. Потому что сегодня 9 мая. Мы приехали в Парк Победы. Сейчас будем искать ветеранов и дарить им вот эти цветочки. Вот Лена с цветочками. Нюта. Красотка. Аня. Аня сегодня в платье, но она сейчас пошла в туалет. И пудра с нами, естественно. Как дела? Замечательно. Замечательно. Ленточки, смотришь, пошли. Да, везде ленточки. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравия вам самое главное. Дай Бог, чтобы вас еще больше было. Будьте счастливы. Да, спасибо большое. Спасибо, что вы нас помните. Спасибо. Так вот мило. Девушка сказала спасибо, что вы нас помните. Трогательно, да? Очень мило. Я раньше не расплакалась. Да, есть такое. Есть. Мама мия. Спасибо вам большое. Спасибо вам. Вот еще один. С праздником. С праздником. Спасибо. Такой голос. Бодрый. Ну, бодрячком. Спортсмен. Конечно. На солнце вроде потеплело. Да, я уже даже расстегнула. Я думаю, для ветеранов этот день это как цветочная поляна. Такое они идут, им стендер цветы. Да. Потом вся квартира будет в цветах. Это день победы. Собственно говоря, Наташу, Аню и Крылову мы уже потеряли. Спасибо вам. Дай Бог вам здоровья. Как вам приятно, дети мои. Да это нам очень приятно, если бы не вы, понимаете? Ну что вы. Да. Спасибо, деточка. Я не знаю даже, как вас поблагодарить. Не то что, а просто приятно. Внимание, дети. Вы знаете, что такое старость? А ваше внимание, это все для нас. Все. Спасибо, миленький. Вам спасибо большое. Спасибо, мое. Здоровья. Спасибо вам большое. Приятно, очень приятно. Не то, что, а то, что вы поздравляете. Бабушек не забываете, а вам миленькие. Ой, ну что вам еще пожелать? Чтобы вам крепкой любви и крепкого-крепкого семейного счастья. Пожелайте нам еще удачи в творчестве. Мы музыканты. А? Пожелайте нам удачи в творчестве, а то мы музыканты. Ой, миленькие, я хочу вас послушать, вашу музыку. А мы группа Ранетки, может быть, слышали? Может быть, я и слышала, а может быть, и нет. Ну, мы для деток играем. Ну, мы для деток ой, играем. Ну, я вам желаю от всей души, дети мои миленькие. Спасибо. Ну, что вам пожелать, чтобы вы... Да. Да. Спасибо, здоровья вам. До свидания. Спасибо, деточки. Боже, как же для них важно, правда? Ну. Когда они их помнят. Когда их благодарят. Праздник. А когда цветов много, это наоборот хорошо. Да, дом будет пахнуть весной. Друзья, вас тоже поздравляем с праздником, желаем вам. А девушка, она, там он еще. Еще у нас участник войны 92 года, женщин, подарите ей, пожалуйста. Спасибо вам большое. Спасибо. Вот, здорово, так что спасибо, вот, спасибо, да, девочки. Нет, вам спасибо. Вам спасибо. Вот, поздравляем всех с праздником. И я думаю, что в следующем году, 9 мая,
здесь будет гораздо больше людей, которые будут дарить цветы ветеранам, потому что это... Действительно нужно. Да, действительно нужно. Это действительно люди, которые сделали, можно сказать, все в этой жизни. Да. Поэтому будьте, так сказать... Счастливы. Нет, нет, будьте добрее. Вот, вот так. Да. Вам тоже здоровья, успехов. Спасибо вам большое. Спасибо большое. Удачи. Все хорошо. Будьте здоровы. У меня такая забавная ситуация произошла. К сожалению, камера была не включена. Подбежала маленькая девочка, тронула меня за рукав и говорит: «На, это тебе!» И тоже подарил мне гвоздичку. Женя, ты тоже ветеран. Тоже ветеран. Давайте мы сделаем медаль какую-нибудь. Шоколадную медаль. Шоколадную, да. Здесь реально все будут подходить и дарить тебе цветы. Ну, какая прелесть. А, мне, кстати, соседка подарила. Самая ужасная история вообще. Иду я с Пашей домой. И соседка такая, дочь бабушка пожилая, там, типа, у нее клумба возле подъезда. Она говорит: «Женя, тебя правда зовут Женя?» Я говорю: «Да». Она говорит: «А то, говорит, с сыном поспорила, правда тебя зовут Женя или нет?» Вот он мне рассказывает, что ты постоянно мимо него проходишь и улыбаешься ему. И я с мужем стою такая: «Наверное, он ошибся». Представляешь, да? Бабулька взяла и сдала меня с потрохами. Но она, я думаю, не хотела. Да. Маша. Да. Ну, короче, вот. Ну, ты знаменитая, смотри. Не надо снимать мой второй путь дорогу. Все смешала, Леня пыталась. Спасибо. Сейчас мы подходим к памятнику, когда все кладут цветочки, и сейчас тоже положим их туда. На самом деле, мне очень грустно находиться на Поклонной горе, потому что я здесь все время катаюсь. А уже май, уже открылся давно сезон, а я все до сих пор не вставала на доску, потому что мне недавно сделали операцию, мне нельзя. Поэтому я сейчас иду по этой Поклонной горе, и мне непривычно не ощущать тяжесть доски за спиной. Хочется кататься. Вот мы и раздали все цветочки ветеранам, и теперь довольны и поедем кушать. Да, кушать очень хочется, потому что мы встали очень рано, и из-за этого не успели поесть. Да, вот, поэтому спасибо ветеранам, мы вас очень любим, ценим, и спасибо. Пока.